Здравствуйте, меня зовут Клинская Анна, я актриса, окончила вот имени Щепкина курс Беллиса Иванова. На последнем курсе я попала в кино и влюбилась. Мне дают совершенно разные роли, как школьниц, так и взрослых женщин уже с детьми. Я попробовала себя уже в разных жанрах: комедия, драма, историческое кино. И мне безумно бы хотелось попробовать себя в чем-то спортивном, потому что я всю жизнь занималась спортом. В школе я занималась скалолазанием, футболом, волейболом, йогой я сейчас увлекаюсь, еще у меня синий пояс по карате. И также я увлекаюсь вокалом. Спасибо!